You are listening to Monster Wolf Music. Lidi, tady je Berhunter a vítám vás u našeho dalšího dílu, tentokrát je to čtvrtý díl z Metra 2033. A nebudu to nějak protahovat, pustíme se rovnou do hry, protože si myslím, že se zase určitě někde zasekneme, jako jsme se zasekli minule. Nebo předminule, nevím teďkon, to je jedno. OK, takže... že to jako bude nějak otevřít, nebo... OK, tak tady asi nemůžem. Co jsme mohli... Jo, já svítím, aha. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ, даже крыс нет. Так то и добрый. Na to, že v této části si myslím, že určitě něco bude. Když už to řek takhle. Они знают, что мы здесь. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Йо, ага. Я знаю этот тоннель. А он знает меня. Идем же. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Не. Замрись. Мы должны обойти их. Не приказ... Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Что это за сэр? Сосредоточься. Идем же. Уж это тут за сэр, что не за сэр единица. A bych řekl, že za tímhle vlakem nebo někde tady něco bude. Máma! Kde je ty? To je jak ty stíny z radiace, nevím, pejte. Aha. Ne, takový typ výbuchu. Atomovky. Nebo prostě nějaké bomby, tak to jsou ty stíny. Vidí. V stranu, Artem. Aha. To je proč je vážný. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Это я на меня кожу-то. Окей, но он сейчас там был на кинобой, мы отцеркнули. Идем же. Пойдеме. Пойдеме, ты была. Něco je.
Zase. Před dlouho nebyly žádný mrtvohyty. Zamří, smatří vpřed. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ага. Я вам же říkal, jako stůj, ale přibližuj se, no. В сторону, Артем. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Так, я... Идем же. Zase tady. Zamří, smatří vpřed. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную рабочую, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Дьявол. Ау. Сосредоточься. Сейчас сосредоточим. Se naběhnou, ne? Diavol. Проклятие. Этот несчастный с Тургеневской. Кажется, положение там становится все хуже. A to bylo jenom, že to je na světle, a myslím, že to je pozlacený. Počkej, že zbírám se tady ty věci. No, co je? Jdeme, že? OK, ne.
Я просто не мой парничку. Аномалия. Сейчас я снова мягко на врачи молоке. Человеком. Не похожим на других людей. Пойдем. Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так, Поль, замри. Я вчера на стриме сам říkal, že mám pro vás překvapení připravené. Teďko, jak jsem pojďom. A to vám teďka fakt prozrazovat, nebudu tajemství. Já tajemství spíš překvapení takový pro vás. Ty čustuješ? Ano, přibližuje se. Da? Je to rědký talent. Так, пользуйся им. Стой. Стой, Мацо. Замри. Zabiju určitě. Ne. My nazýváme to anomálií. U nového míra nové болезни. Вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут я сам там читаю, что они небезопасны, это сам хотел наконец намекнуть. Ла рука. Карничка и больше. Возвращаются. Тебя так не накинуть, если человек, а? Будь наготове. Вмешиваться не стоит. Оу.
je vlastně s náma, když to tak řeknu. Вот так оно и происходит. Живой пример. Když se nebudem hýbat, tak je s náma, no, pomáhá. To je něco. Прыгай на дрезину. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Teď se mi tomu nechce nějak věřit. Proto když se kouknete pod sebe, takže tady nejsou ty noty, to je blbý. Артём, у тебя благородная и важная миссия. Но думаешь ли ты, что люди Пулиса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Тебе не нужно отвечать. Я обеспеченный, это видим. Скоро мы прибыли на Тургеневскую. Которую она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Что не свети дал, так... Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись. Станцию снова атакуют. Пойдем, Юра. Защитникам может понадобиться помощь. Йо, ты сейчас выскочил сам, мы уж не выскочим. Хан, сюда. Очередная атака? Да. Они прорвали внешнюю оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра. Откуда ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Вы что, не взорвали тоннель, как я вам говорил? Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артём? А с этой станцией судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый тоннель, так далеко, как сможешь. Установи мину и беги назад. Что касается перехода, его уже пытались обрушить, но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Постарайся закрыть их или взорвать. Я останусь с уцелевшими. Если тварей окажется слишком много, замани их на нашу позицию. Kam že teda mám jít? Jo, to je tady. Pořád po té kropě. Nebo ne? Aha, tak neměl. Tak počkej.
Tyhle, to je strašně, jak tady jsou ještě ty paniky na to. Jak to je vše? Pokračovat v cestě. Tak jo, či tady na mě něco vyskočí. To vidím. A panáček. Bornier. Ještě něco máš? No, tady jsou. Ne, to nejsou na. Úko. Jo, pak je přes tík. Oh. Tak. Výborně. Jasné, proč. Tak vidím. Dopředu nebo ne. Byli by to mohlo svítit aspoň víc. Tak to se moc daleko nedostal. Jsem jí, nebo kam zmizela? Asi jo. Já když člověku dojdou náboje, jo, dobrý pokračovat trochu. Rychle. Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, то придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Кузнецкий мост — независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело — коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Храм надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми.
co to tady děláš? Jaký vůdu, ne? Něco takové. Jo, ale v rýlu bych tam asi nevlez. Вот и все. Забирайся. Ока. Помни, все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артём. Оу. И удачи тебе. Это Нэти. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея, мастера, но он нашел меня первым. Ну, я си мислю, что это про днешний дел стачи. Покуд се вам видео лайбило, дейте лайк, потверьте, доручите, буду моц рад. А мнейте се, чус!